Dear brother for Christ, I thank you for helping for my family. Мы находимся сейчас в городе Ужгород, и жизнь нас готовит по-другому чуть-чуть. Господь нас ведет, и мы учимся, как апостол Павел, жить в разные времена. Если что, это печка для того, чтобы дома было тепло, она разгорается, ты кидаешь туда дрова, и растапливаешь, она разгорается. И мы сейчас находимся в неожиданных для нас обстоятельствах, и мы благодарим Бога, что у нас есть братья, для которые одно целое во Христе. Спасибо вам большое за вашу поддержку, и мы очень благодарны вам за все. 3, 4. God bless you! Благословений Божьих!